Медицинское обмундирование только ради создания красоты. Работать с эпоксидной смолой нужно осторожно. Помимо сильного запаха, это еще и суперклей. Актриса Анастасия Карпинская играет в театре «Самарская площадь», занята в спектаклях «Чайка», «Герострат», «Женитьба». Но говорит, творчества много не бывает, а потому вечерами создает вот такие украшения. Я работаю с эпоксидной смолой. Для того, чтобы начать работу со смолой, нужно сначала ее замешать. Замешивается она в определенных пропорциях, и так как эта смесь химическая и довольно-таки вредная, то обязательно нужно пользоваться маской и перчатками. Удовольствие от хендмейда ни с чем не сравнимо, говорит актриса. После тяжелой репетиции или спектакля так приятно остаться наедине с собой и переключиться на процесс, требующий тишины. В такие минуты время летит для нее незаметно. Друзья и коллеги вновь открывшийся талант оценили по достоинству. Друзья все счастливы и рады. На 8 марта весь театр получил подарки, поэтому грех жаловаться им. Вот. Для себя еще пока даже вообще ничего не сделала. Все только на подарки. Счастье, когда ты кому-то подарил этот подарок, а на следующий день приходишь и видишь, что этот человек в твоем изделии, и он горд этим, и ему нравится то, что тебе нравится. Естественно, у меня слезы на глаза просто наворачивались, когда я видела, что кто-то ходил в моих изделиях. Украшения из смолы не единственная отдушина Анастасии. Фетр, проволока и бисер – буквально все преображается в руках мастерицы и становится изящной вещицей. Марьяна Мирная, Максим Гусев. События.